Следственный комитет второй месяц разыскивает мужчину, которого подозревают в насильственных действиях в отношении девушки. У красноярцев просят помощи в поиске. Все произошло поздно вечером, 18 июля, в подъезде дома на улице Матросова. Преступник напал на 21-летнюю девушку, когда она открыла дверь в свою квартиру. Мужчину засняли на камеры видеонаблюдения в подъезде. Он был одет в джинсы и футболку. Девушка написала заявление в полицию, был составлен фоторобот. Следователи просят тех, кто что-либо знает об этом мужчине, позвонить по телефону 233-47-35. Конфиденциальность гарантирует.